один из древнейших городов нашей страны, Архангельск, познакомит нас с молодостью Северного края. 500 фотографий из Карелии, Коми, АССР, Вологодской, Архангельской и Мурманской областей было помещено на выставке «Преображенный Север». Преображенный значит новые города на месте глухой тайги, нефтяные вышки в топе болот, электрическое зарево в некогда непроглядной ночи. И главное, на всем протяжении от Ладоги до Урала живет и трудится советский человек, современный хозяин Севера. Ему подвластны многотонные мазы и вездесущие вертолеты, могучие ледоколы и тралы, берущие рыбу с океанских глубин. Он добывает нефть, уголь, газ, богатства, когда-то считавшиеся здесь неприступными. О людях Севера рассказывают эти фотографии. С натуры. Художник. Сельский фельдшер Валя. Учительница. Рабочий человек. Врач Юрий Нивин. Заблудился. А ведь он действительно очень помолодел, наш Север, и будет молодеть год от года.